Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 мая, день Симеона, назван в честь святого апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Симеон был причислен к лику 70 святых апостолов и наравне с другими проповедовал учение Христово, переходя из города в город, наставляя и творя чудеса, просвещая народы в истинах святой веры и изобличая языческое идолослужение. Святой Симеон, уже достигший столетнего возраста, схвачен был нечестивыми язычниками и после долгих мучений был распят на кресте. В народе этот день называли Симеоном равнопашцем и добавляли поговорки: «Рано пар паши, урожаи будут хороши. Рано паши, не ленись, будешь с богатым урожаем». В эти майские дни начинали вспахивать поля, работали в огородах и садах. Сеяли хлеб только в прогретую теплую землю. Температуру определяли просто, положив к земле ладонь. И если она теплая, то проводили посев. В холодной земле семена могут сгнить, а потому с посадкой предпочитали подождать. В народе существовала вера в то, что если сегодня хорошая, теплая погода, то она обязательно принесет выздоровление больному человеку. Приметы. Если гром прогремел до сегодня, поют жаворонки, лес зазеленел и лягушки квакают в болотах, пришла пора землю пахать. Сильный дождь сегодня, верная примета к урожаю ржи. Листья березы полностью развернулись, следует сажать картофель. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!